Привет, друзья, меня зовут СПТВ, на канале Не Спит. Сегодня 4 мая, 3 часа ночи, магазин у нас сегодня по дню обновлялся, я это не записывал, поэтому сегодня точно будет что посмотреть. Прожимайте лайкос, погнали смотреть. Ну чё, ребят, Звездные войны сегодня у нас были. Ох, красоты, накиньте мне, дополните. Ну, давайте начнем. Я сегодня в обед не снимал, чё почём, пока магазин включили, дел куча, как всегда. Вот. Что нам сегодня добавляли днем, ребят? Нам добавили вот такого штурмовика прикольного. Я не знаю, со всеми бэкпэками у него вот такая проблема, но бэкпэк в виде вот этих кристалликов, во-первых, третьего кристаллика нет, а во-вторых, он не на спине, а на заднице. Не знаю, как он с другими бэкпэками себя ведет, но вот так. Лего стиль и оберточка. Все это дело 1500 баксов, по мне офигительная. Обертка офигительная, скин вообще топчик. Дальше просто... Короче, эти скины по Звездным Войнам просто прекрасны. Это офигенный бэкпэк C-3PO. Убойный просто. Это убойный комплект с люком олдскульным. С двумя стилями. И, ну, лего стиль такой себе. А вот это просто жесть. Это такой кайф. Это просто кайф. Йода, блин, в бэкпэке. Это Йода в бэкпэке. И еще и кирочка Йоды. Имба. И отдельно, само собой, вы можете купить Йоду, можете купить Люка. Кайф. Вот эта строка, это просто имба. Дальше чуть меньше мне нравится. Это вот такая вот оберточка. Это оберточка, хотел сказать, эмоция передвижений. Прикольно. Ничего не скажу, прикольно. Но тут скинчик мне не особо нравится. Ни по фильму этот персонаж не особо нравится. Бля, опять с бэкпэком тема. Ни по фильму мне особо не нравится, ни по тому, как он выглядит. Мне супер прям не заходит он. Но вот бэкпэк, вот этот, это просто тоже топ. Просто топчик. И кирочка ничего, пойдет. Но бэкпэк тут огонь. По отдельности также можно купить кирку, скинчик. Машинка. Машинка, ребят, любопытная машинка. Как вы видите, у меня уже стоят галочки. Да, я не выдержал, купил себе машинку. У машинки 5 стилей, стандартный цвет. И потом под Боба Фета, под Бо-Катан Крайс, под Кузнеца и Сабин Врен. То есть 5 стилей. И, собственно, под каждый стилей у нас колеса. Менять цвет помимо этого нет. Но тут зато, конечно, топовые. Ну, мне лично нравится вот этот. И, конечно же, стандартный. Первые три цвета мне заходят. Пускаемся ниже. Здесь нам добавили... Дарт Мол колеса. Ля имба. Вот это имба. Вы прикиньте. Еще звук такой. Отгады. Умеют байтить. Ой-ой-ой. Ребят, кстати, ну, когда тоже вас начнут байтить, не забывайте кнопочку прожать. Угу. Так. Дальше у нас что? Дальше у нас Хан Соло и Лея. Ну, эти наборы нам уже известны. На них сильно не будем заострять внимание, ребят. Отличный набор с Леей. Отличный набор с Хан Соло. Все это мне подарили. Спасибо, ребятам. Две кирки, очень похожие друг на друга. Кирки две, смысла не вижу. Бэкпэк вот этот еще аккуратненький, этот здоровенный, конечно, крутючий, вся фигня, но с Йодой не сравнится. Если этого нету и того, ну, что мы выше поставили, лучше что бери. Дальше это у нас стандартный штурмовик имперский, без бэкпэка. Упал кристаллик. Без бэкпэка, без обертки, но зато классический. Сам Боба Фетт легендарный, со своей киркой прямо с сериала. С бэкпэком, все как бы по сериальчику, все как есть. Все, как мы видели, отличный набор по отдельности также есть. Закинули нам всего, тоже в обед было. Я просто вообще офигел, конечно. Это от вот этих барабанов. Кто играет в режим, по мне, это, ну вот в этот, это лучшие барабаны, как по мне. И закинули клавиши. Клавиши средние, а вот барабаны огонь. Ну и музыка. Ремастер по отдельности также есть. Куча лего комплектиков с мебелью, ребят. Это кто в лего играет, смотрите. Тут куча всего мелкого. Дальше закинули у нас вот такой след. Интересный. И закинули вот такие колеса. Тоже как по... Ой-ой-ой, извините. Как по мне, колеса очень крутые.
тоже классный. Как будто научились делать. И вот этот еще, да, и вот эта еще машинка. Просто сзади офигительные две турбины, топчик. Баскетбол остался, остался, остались звезды. Остался шкафчик раз, чемпионка. Вот, вот эти скинчики нам докинули. Нам доскинули бойцовскую гонщицу. Гонщика, извините. Гончая, боже мой, извините, ребят. Я уже утомился. Бойцовская гончая. За два косаря сомнительное решение. Валькирия за два косаря. Это получше решение. Топовый дельтаплан за полторашку. Не знаю, кто себе за полторашку дельти купит. Но я в свое время покупал этот дельтаплан. Ангел только был в комплекте, теперь он отдельно. И кирочка луч света от ангела. Неплохая. Спускаемся ниже. Здесь у нас арахнит. Офигенный скин за 2к. Лучше, чем предыдущий, который только что я показывал. Это электрошок. Интересный скин, но не знаю, на любителя, конечно. Лего стиль прикольный. Бэкпэк такой себе. И закинули вновь Мишель. Она достаточно часто выходит. Но кто вдруг не успевал, прошу. Так, это было... О, новинка есть. Пчелка. Она точно новинка? У нас, по-моему, такая же деваха была. 5-2, да, новинка. Чё, классный бэкпэк, я уже вижу. Бэкпэк офигительный. Типа, как нам добавили на... Аферистку, да, отдельный бэкпэк был такой с крылышками. Только они там вверх, а здесь аккуратненький вниз. Неплохо. И сама пчелка. Ненавязчивая реклама Билайна. А что у меня с кристалликом? Чего они падают? Не стоят кристаллики. Ну фиг его, ребят, не знаю. Опять вот эти вот волоски. Я вот так не люблю вот эти. Вот это вот, вот это вот. Меня так это вообще вымораживает. Вроде ничего, средненько. За штуку 200 попрет. Закинули легендарную принцессу Форели с бэкпэком, кирочкой, оберткой за штуку 800. Чисто рофл скин. Большие амбиции, эмоции. А у нас она была? Почему я ее не помню? Музычку можно послушать, пожалуйста? Накиньте, пожалуйста, мне музыки. А я не помню эту песню. Прикольно, звучит классно. А это не новая эмоция? Это может в обед добавили? Я не видел, не обратил внимания. Потому что написано в этом сезоне, а я ее не помню вообще. Прикольно. Ля, прикольно. Прикольная эмоция, прикольная. Так. Аэронавт. Типа, у нас есть за 2к такой скинчик. Не помню, как называется. Хороший. Догма. Для скинов позакидывали, которых относительно давно не было. Постулат. Эко. Прикольно. Позакидывали. Вот этой кирки я вообще не помню. 1000 лет не было. Дельтик вот этот. Я его покупал в свое время, я помню. Мне кажется, этого дельта 1 000 000 лет не было. Мне кажется, кроме меня его в Fortnite вообще никто не покупал. Дрожь. Хорош скин тоже закинули. Классный. Ой, болтая закинули. Ему лего стиль сделали, ля рофл. Прикол. Прикольный скин. Надо сыну предложить, может он понравится, подарить ему. Прикольный скин. Охотник. Я все время деваху ту покупал, и у меня вот как вот эта надувная, у меня даже смайлик такой на твиче был. И курминатор с ичкой. И венчик. Блин, много скинов закинули, которых не было. Ой, вот этой кирки тоже давно не было. Прикольно. Так, что остался пак? Это все осталось. Инструменты, да, нам повозвращали. Эмоция прикольная на инструментах. Классно. Эмоции классные с инструментами стали делать, конечно. Кайфовая музыка, музыка, музыка. О, вот этот еще комплект закинули с лего и, конечно же, топовым скинчиком. По кайфу. Но, к сожалению, я не знаю, как тут посмотреть этот, блин, скинчик. Они не сделали так, что его фихо смотришь. Но вот это имба, конечно. Особенно для тех, кто лего играет. Комплекты, как всегда, ребят, комплекты знаете где, да, искать. Не магаз, друзья. Вебаксики или комплекты. Все поможет, все оформит. Короче, огромный магазин. Куча всего прикольного. Для любителей Звездных Войнов вообще имба дикая. Прожимайте лайкос, друзья. Пишите в комментах, что вам нравится. И до встречи завтра.